Привет, друзья и гости моего канала. Шарлотка села сейчас на дзен камеру, начала снимать, лалы-лалы-лалы. Как всегда, сожрала уже сколько? Половинку шарлотки. А у меня память не глянула. Блымся и даже не сохранился. А представляете, что творит, а? Ёхарный бабай! Ой, ну я не могу, а. Хвалюсь, сижу, все тырым-пырым. Ну, вот видите, сколько съела. Шарлоточка моя, да. Румяненькая, ничего она не горела. Не горела, это на камеру кажется. Что-то у меня... Слушайте, а та камера светлее. Та светлее камера. Ладно. Очень вкусненькая шарлоточка. Все везде порезала я уже ее, видите, видите, как камера. Все пропечет. Она, друзья, мягенькая. Она только что, она чуть-чуть тепленькая уже остыла. Очень вкусненькая шарлоточка у меня получилась, обалденная. Здесь все пропеченное. Ничего она не горелая, все пропеченное. Это обалденное, в разрезе все пропеченное. Обалденное. Ой, прям она карамелизованные тут яблочки. Это вообще, гляньте, яблочки. Это обалдеть. Короче, лалы. Хвалилась шарлоточкой своей. Чай зеленый тот, который я хороший китайский пью. Германское какое-то производство. Очень вкусненько. Всем приятного аппетита. Мукбанг. Погнали наших городских. Очень вкусно. Во! Я с юмором, друзья, и позитив. Короче говоря, у меня телефон не зарядился. Походу у меня в самой голове подзарядник навернулся. С этим телефоном поеду в этот магазин. А может быть к мастеру? Нет, не буду к мастеру. Это с пенсии уже, ладно. Вот. Короче говоря, рецепт. Ну, этих... Ой. Стоит только... Видит Бог, что это не горелое. Ну, камера так передает. А вот. Короче говоря, стоило мне... шарлоточку забить в поисковике... Куча мне шарлоток выдал в YouTube. Ну, вот этот рецептик мне понравился. Девушка готовит. Надо мне вот так подставочку вот сюда вот, чтобы мою шарлотку было видно. Ладно, и так видно. Ну, штативчик надо бы, чтобы вот так видно. Но у меня, друзья, этот телефон, планшет огромный. Здоровый стоит. Он здоровый планшет. Вот такой где-то. Сейчас скажу. Раз, два, три. Сантиметров 25. И так, наверное, сантиметров так 5, 10, 15. И так, наверное, 20. Короче, 25 на 20, наверное. Короче говоря, рецепт. На сковородку. На сковородке я делала. Пышненькая, вот такая распрекрасная. Видите, какая толщиной пышненькая. Вот. Распрекрасная, пышненькая, прям хорошая. На сковородку масло сливочное. А я не помню, сколько масла. Короче, я не записывала. У меня тут же весы я сразу взяла, кухонные. Все, граммовку делала, как у нее. Подожди, а сколько же масла? Короче говоря, на сковородке... Колеросницу рассказала, опять ставлю непригорающее, друзья. Вот, как по маслу, щук с нее все сходит, щук. Даже ни слединочки нету нигде, что до ней жарилось.
Вот так тряпочкой протерла, да? Идеальная. Масло на сковородку. Даже не помню сколько. Ну, небольшой кусок. Не помню сколько. 2 ложки сахара. Все это на медленном. Бултых. Пока он не станет вот таким цветом. Сахар. 2 яблока среднего размера. Да не ешь и болтай. Яблоки среднего размера. Ну, одни говорят, надо кислые яблоки. Я сладкие добавила. Яблоки нарезала. Стал вот такой сахар. Высыпайте яблоки в сковородку. На самый медленный. И периодически пусть она томится, яблоки с сахаром. На самый мини. Поставьте огонь. И все. Я на своей плиточке его готовит. И все. Пока там того-сего подрумянивается, все это тушится, яблоки, сок потом они дадут. Это просто, друзья, отпад. Сахар засахарился, крепкий. Пока там того-сего они на сковородке. Берете, значит, 1 яйцо. 2 ложки сахара. Все это бултык. Размешивайте хорошенько сахар. Щепотка соли туда. 2 ложки чайный разрыхлитель. 140 грамм муки. Все. 200 грамм сметаны. Либо йогурта. Но у меня ни того, ни другого нет. Там сметаны у меня осталось чуть-чуть. У меня ряженка. На ряженке. Бултык-бултык. Тем временем уже яблочки подошли. Аккуратно сверху выливаю по яблокам. Распределяю ровненько. Равномерно, чтобы ровненькая была поверхность. Кругленькая. И все. И на... Ну, я на медленный огонь делала. Потому что он даже разваливается. Накрываете крышечкой. Ну, короче говоря, готовите. Крышку периодически открываете, зубочисткой проверяете. Если... А, нет. Ну, короче, ой, скажи, говорунья, птичка, а? Короче, поджаривается под сковородкой. Тесто уже не тестом сделалось, не прилипает уже вот это вот тесто к рукам, а уже подсохло тесто. Я беру фольгу, до нее ложу, вот так сверху фольгу, крышку, ой, тарелку. Сковородку вот так вот ложу. Получается, значит, у меня тарелка. На тарелке фольга. И на фольге вот это. И с тарелочки я снимаю вот так фольгу вместе с пирогом. И в сковородку ложу. И накрываю крышкой. Ну, минут на 5. Зубочисткой проверяете. И кушать подлинно сладкий жрать. Чай отпад хороший. И вуаля, на сковородочке, обалдеть. Вкуснятина. Она прям разваливается под разрыхлитель. Лампа вот она отсвечивает. Ой, смотрела сейчас ДНК, не по телевизору, а в планшете. Ну, вы, наверное, видели,
По телевизору эта программа ДНК. Как там, значит, типа мама их не гулящая была, материнство лишили, а детей в детский дом раскидали. И мама в Таджикистан ездила. К какому-то там Махмеду или Ахмеду. Ну, короче, поняли куда, да? Забеременела, родила. Потом она опять туда поехала. Забеременела, снова родила. Вот эта девочка, которая сейчас его жена. И он. Вот это якобы жена его, вот эта сейчас, которая вот. И он, муж ее. Якобы они от одного вот этого нерусского родились. Якобы он отец их не. Ну что, 99,9. Родный брат с сестрой. Трое или четверо детей у них. Хотя отец говорил при жизни, что вы мои дети, и дочь, и сын. Ну, они как-то, знаете... А, он, говорит, признавал их. Он их признавал, что якобы и дочка признавал, и вот этого мальчика признавал. Что типа это дети. Вообще караула. Представляете? Ну, пожалуйста, друзья. Делайте шарлоточка. Ноздрятенькая, хорошая, вкусненькая. Представляете? Когда сказали 99,9, у нее прям слезы градом полились из глаз. И он плакал, сидел. Ну, а что ты делаешь? И дети у них. Я готовила одним ухом. И дети якобы у них. Трое или четверо детей. И двое последних, что ли, больные. Какая-то там... Ну, сказали, вроде как от генетики. Вот тебе и от генетики. Дети больные. Яблоко как называется-то? Карамелизовалось. Вот, от слова карамель. Карл, а Клара украла у Карла. Ой, прям конфетка у меня во рту. В общем, короче говоря, вот так, да. У нас уже вечер, наверное, 9 вечера. Я что-то лежала, думаю, глядь, Тань, ты что сидишь, а иди пеки шарлотку. Ну, я в обед как поела в час дня. В церкви мы кушали. Вот так. А сейчас до вечера я ничего не ела. Думаю, Тань, готовь шарлоточку на ужин. Ладно, друзья, пока. Видели эту программу? Не пишите. С какого города пишите? Какая у вас погода? Одна мне пишет, ставь зубки себе. Лучше показывай огород. А лучше не осуждай, моя дорогая.
А помоги материально. Карточку я сейчас в описании выставлю. Сама знаешь, мы пенсионерочки. Мани-мани йог на зубки, на красивую улыбку. Вот так, да. И мне не жирно. А вам не знаю. Пока. Мне выключать вот здесь.